Привет, интернет! Наконец-то я снимаю с естественным светом. Я уже по нему так соскучилась. Я думаю, что много кто из вас задумывается о выборе своей будущей профессии. Кто-то заканчивает 11 класс, кто-то заканчивает универ, а кто-то, может быть, просто хочет сменить поле своей деятельности. Вопросы о том, кем же я стану, когда вырасту, интересуют нас с малых лет. Так вот, по моему сугубо личному мнению, начать следует с того, что нужно определить, кем ты никогда не станешь, даже когда очень сильно вырастешь. Так вот, в этом видео я вам расскажу, кем я никогда не стану. Приятного просмотра! Мальчики, ну давайте, бегайте! Не стоим на поле, мальчики, ворота вот туда! А что? Они уже поменялись? А подождите, при смене тайма они... А, вечно забываю. В другую сторону ворота, мальчики, в другую. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Что? У меня даже прав нет. Привет, интернет! Я решила с вами попробовать новый формат. Я решила полетсплейть. Сегодня мы будем играть в игру Slender Long Light Night. Вот, я, конечно, очень пугливая, эмоциональная и жутко не люблю проигрывать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ой, а почему? Вот будет жопа, да, если я не буду пугаться в этот раз. A few moments later. А тут тоже записочки нужно собирать? Да, видишь, написано X0. А почему? Ой, у меня аж это... Руки отнимаются. Куда я иду? Ну... Опять бьется сердечко. А когда бьется сердечко, это значит, что он рядом? Мне не нравится. А почему вот он так пугает? Раньше типа... Выход! Нахер! Это 3 минуты, и он меня так напугал 3-жды. Я не хочу больше. Можно я больше не буду? Вот будет жопа, да, если я не буду пугаться в этот раз. Слышишь? Товарищ, телефон с камерой есть позвонить? Че, серьезно, нету? Не, ну я могу одолжить, в принципе. В смысле, а если найду? Фу, я изюм съела. Так что вот такие дела. Даже если я очень сильно постараюсь, такими персонажами я стать не сумею. Не зарекайся, воу, не зарекайся. Такая жизнь, ё... А в какой профессии не видишь себя ты? Пиши обязательно в комментариях внизу, мне будет очень интересно узнать. Или, может быть, ты вообще уже точно решил, кем ты станешь, когда вырастешь. Ну а вообще, не забудь порадовать меня лайком, если тебе это видео понравилось. Ну и подпиской можешь порадовать заодно. Но если ты еще хочешь что-нибудь из моих видео посмотреть, то можешь кликнуть на ориентацию. Рекомендацию. Это видео Голый Челлендж. В нем я рассказываю о том, как мне не понравился Выживший. Кликай, посмотри обязательно. Спасибо за просмотр. Ну а пока. Пока. Маш, мне страшно. Подожди, Кость. Я просто пробую...